Всем привет, мы с Украины. Ну, Саша Рубаха классно открывает дисковые замки. Я сейчас покажу, как я их открываю. Вот у нас такой замочек. Вставляем ключик, поворачиваем, открываем, закрываем. Замок закрыт. Ну вот здесь такая заготовка недоделанная. Это спиленные под ноль все секреты. Вот я вставил шурупокрут по-украински, шуруповерт. Да, вставляем в эту фигню, ставим. Ну, попробуем на пятерочке. Попробуем на пятерочке. И попробуем. Чик. И замок открыт. Ну вот как-то так, ребята. Всем пока.